4 ноября вся наша многонациональная страна отмечает День народного единства. Само название этого праздника сконцентрировано, его великая значимость для каждого гражданина нашей страны. Почти 400 лет назад наши предки, такие же обычные русские люди, как и мы с вами, объединились и восстали, чтобы освободить свою родную землю от польско-литовских оккупантов. Их вели люди, имена которых прочно вошли в нашу историю. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста по имени Кузьма Минин. Прошло более 400 столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали, судьба и будущее России превыше всего. Победа над поляками и шведами была достигнута благодаря многим тысячам добровольцев, которые отправились защищать Родину, и сегодня победа в специальной военной операции куется мужеством и героизмом тысяч добровольцев со всей страны. Этот день напоминание о том, как важно объединяться перед лицом угроз и трудностей, поддерживать друг друга и работать на общее благо. 4 ноября мы отмечаем не только историческую дату, но и общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны. С праздником вас! Пройду босиком, надышусь зимним ветром до слез. Где, скажите, на шаре земном вы увидите столько берез? Где увидите вы на земле сразу столько открытых дверей? Потому и не холодно мне, это мир красивых людей. Моя страна, моя земля, а все родные. И до небес ты больше жизни для меня. Спасибо Богу, что ты есть. Моя страна, моя семья. На свете нет дороже мест. Во мне живет любовь твоя. Спасибо Богу, что ты есть. Я пойду босиком по траве, надышусь теплым ветром до слез. Где, скажите, в какой стороне вы увидите столько звезд? Где увидите вы на земле с высоты столько вечных огней? Новый день улыбается мне, это мир красивых людей. Моя страна, моя семья,
Thank you.
Сегодня фронтовое братство стало примером общенационального единения. Независимо от национальности, прежнего профессионального призвания, региона жительства, каждый боец считает сослуживцем своими боевыми братьями и без колебаний доверяет им. Россияне верны наследию героев народного ополчения. Мы стоим на страже исторических русских земель от нацистов. Нас объединяет наша общая вера в Россию, стремление трудиться ради ее процветания, ради благополучия и безопасности граждан нашей страны. Ведь Россия – это мы. Россия есть, Россия будет.
всегда стремились к чему-то большему и всегда делали то, на что не хватало других. Мы первыми освоили космос. Мы выстояли в самой жестокой войне в истории человечества и смогли отстоять свое право быть собой. Русская душа всегда была загадкой даже для нас самих. Мы находчивы и иногда непредсказуемы, но мы, как никто другой, умеем крепко дружить и преданно любить. Я люблю тебя, я дружу, а
севастопольцы гордимся героическими страницами отечественной истории. Бережно храним и чтим память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Священные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников нашей Родины. Свое единство и сплоченность мы доказали 10 лет назад, когда Севастополь и Крым вернулся в родную гавань, в Россию. Нет в городе ни одной семьи, которая так или иначе не была бы связана с Черноморским флотом. Воины-черноморцы во все времена грудью вставали на защиту Отечества. И сегодня доблестный Черноморский флот гордо стоит на страже рубежей нашей Родины.
Свое призвание. Но что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, мы все вместе строим общее будущее. У нас есть одна большая любовь, наша страна, и есть фразы, которые мы говорим с гордостью. Мы россияне, и мы едины. Мы с тобой земля, и на море ты, он, она.
принимала все удары бытия. Я с тобою, моя русская земля, по твоим лугам к речке пробегусь, припаду к земле твоей, сердцем я прижмусь. Слышишь, наши ритмы бьются в унисон, потерять тебя — мой самый страшный сон. По твоим лугам к речке пробегусь, припаду к земле твоей, сердцем я прижмусь. Слышишь, наши ритмы бьются в унисон, потерять тебя — мой самый страшный сон. Если смутные наступят времена, знаю, счастье и в беде тебе равна. Твоя сила, твой преданный народ, наша вера непомерных не умрет. Загадаю для тебя, поможем мы светлой участи для всех твоих детей. Память предков, наша вера и права, ты живи в веках, родимая земля. По твоим лугам к речке пробегусь, припаду к земле твоей, сердцем я прижмусь. Слышишь, наши ритмы бьются в унисон, потерять тебя — мой самый страшный сон. По твоим лугам к речке пробегусь, припаду к земле твоей, сердцем я прижмусь. Слышишь, наши ритмы бьются в унисон.
главным богатством нашей Родины были и остаются, конечно же, люди. Граждане страны, чья энергия, таланты, инициатива, труд двигают наше Отечество вперед, достигают результатов, которыми мы по праву можем гордиться. Историю любой страны верстают люди. Выдающиеся государственные деятели, знаменитые писатели и музыканты, бесстрашные полководцы. Сегодня герои специальной военной операции, участники проекта «Время героев» занимают ведущие управленческие посты, продолжая службу России на гражданском поприще. А наша задача – приумножать богатство страны, стараться поднять ее на максимально высокий уровень развития. Нам есть на кого равняться.
И я не ровная,
Вокальный коллектив «Ремикс». Ваши аплодисменты!